Итак, ребят, расскажите, а где вы сегодня были вообще? И чего вы в такой форме интересной? Это вроде не наша форма. Мы сегодня пели в храме Василия Блаженного на Красной площади. А в каком хоре-то? В хоре Зарядье, Зарядшего подворья. Мы пели литургию. Ну, мне очень понравилось, потому что я был в этом храме впервые. Там очень все красиво. И очень... хорошая атмосфера. А как-то сказать? Короче, мы пели вот в храме Василия Блаженного, да, у нас был, короче, крестный ход. Там очень большая территория в этом, внутри этого храма. Вот, там такие катакомбы, мы даже подумали, что это катакомбы всякие. В храме тоже был владыка пустая. Да. Еще что интересного. Сейчас придумаю.